Что они там делают? Парни, шустрее! Чёртова пенька! Лейтенант! Есть! Коммодор считает, будет бунт. Он приказал затопить все пиратские корабли в этой гавани. Немедля! А воля губернатора? Это прямой приказ, солдат. Отправляйтесь на пришвартованный галеон и ждите дальнейших приказаний. Галеон. Все ясно? Да, сэр. Вот коварное отродье. Перережем ему глотку, пока он не протявкал свои приказы. Думаешь? Не то застрянем без хода. Придется убить. Да вы же рехнулись! Я не собираюсь убивать коммодора, слугу короля! Тут рисковать никак нельзя. Иди, я дождусь. Что-то я... Ну да. Слегка. И как? Так а ты вроде не разыскиваешься, странно. Ну, кстати, да. А чё это они тогда на меня? Вот прятаться надо. Сэр, мы с донесением для команды. Роджерс и Чемберлен, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, коммодор невысокого мнения о местном. А ещё ходят слухи, что Роджерс якобит или даже католик. Что ещё хуже? Бывает и хуже. Ведите тех двоих. Да сныкался ты, черт. А чего вы... Это просто кошка пробежала. Крупная. Зажратая. А ты-то чё сюда идёшь? Не шевелись. До последнего может снять. Я слышал, коммодор Крэйв Роджерса на чём... А может есть? Убивайте стражу из зоны слежки. Из-за чего они сцепились? Тише, друг. Не гневи губернатора. Он бывает непредсказуем. По правде, я больше боюсь коммодора. Он серьезный малый и шуток не любит. Не очень поняла, что нужно сделать. В смысле, из зоны слежки. Ну вот... Вот этих. В смысле, конвой его? Да. Он засчитывается. Секунд. Убивайте конкретно, видишь, то есть все-таки надо убивать их. Я могу их убить. Нельзя их убивать. На позиции! Снимаемся с места по приказу коммодора! Че, не успеваешь уже, получается, да, их убить? Стражу-то. Думаю, нет. Хотя... О, вот этого можно усыпить и зарезать. А не засчиталось. Ясно. А где эти? А, вон они. Черт. Подождите. Пустые. Засчитался вот этот? Не уверен. Нет, все вообще... уже похоже. Hmm.
Иди сюда, иди сюда. Ты смотри-ка, пока считается. То есть нужно быть в каком-то радиусе от них. А почему третий-то не засчитался? Все же то же самое произошло. Надо было, наверное, в другом порядке убить. Сначала солдат отстал. Ну не знаю я. Стоп, тут зона. Там зона какая? Там такая же зона должна быть. По идее. Да, как бы. А, там перекладина была. Ну, я знаю. Я специально. Да вниз! Никого тут не было. Но проверить можешь подойти. Стоит, смотрит. Зараза. Мешается. Иди уже. Понятно, уже не засчитываются они мне. Не могу, да, по этой веревке. Жалко. Такой громадный корабль. Угу. А, мешаются всякие. Последний момент. Ура. А королевское помилование, коммодор? Что же стало с верой в честное слово? Совсем умом тронулся? С чего бы это нам защищать всякое отребье? Вы, чертовы паразиты, наживаетесь на честных людях. Не хуже вашего короля Георга. А ну не забывайся. Ты можешь отнять у меня жизнь, но твоя не станет лучше ни на грош. К чему все эти разговоры? Если бы не этот дикарь, губернатор Роджерс, я бы всех, кто тут есть, развесил на траверсах. Червяк. Всех вас! Могли бы его засчитать тоже. Жалко, что ли? Ну ладно. И стоит такой. А, джойстик вырубился. Нет! Не вовремя-то как. Хоть бы предупредил немножко. Ну, как бы да. Ну вот. У меня кнопки, я, наверное, думаю, сейчас перепутались. Смотрим. Не, нормально. Ладно, отобьемся. Че он не умирает-то, я не понимаю. А ты их саблей. Вот так. Стоять.
Что? Обыскать надо. О, дротики, прикольно. Снотворная, берсерк, собрались. Угу, классно. Все, валим отсюда. Попытался я на корабле выйти в море. Нифига не дают, короче. Говорят, блокада. Я такая, если осмотреться, то действительно, в общем-то, там бесполезняк. Кораблей куча. Причем там, по-моему, линейные стоят в некоторых местах. Ну, по сюжету, значит, дальше. Да. Нашел. Три ткани. Точка обзора у тебя открытая, да, я смотрю? Да, все открыто здесь. Ну, погнали, ребята. Коммодор мертв. Все готово? Почти. Загвоздка с галеоном, потому что пара... Проклятие! Прикурить Курит. Думал, кретин! Тут пороху хватит, чтобы весь Нью-Провиденс взлетел на воздух. Отстань от меня! Да что ж такое? Так вот, на борту нашего галеона краснопузые. Освободим его и прорвем блокаду при помощи пушек. Ой, конечно, на авантюру они такой идут. Да. Защищай Бранда, иначе нельзя. Топите корабли с помощью мортиры, три штуки. Топите корабль, что? Второе. Марсель, с помощью пороховых бочек. Пороховые бочки. Три с мортирой и корабль. С помощью бочек. А как я их, эти пороховые бочки-то потоплю? То есть он уже должен быть подкоцанный сильно. Бритта на подходе, смотри! Убавить паруса! Ну, думаю, ничего страшного, если не получится. Ага. Нормально, нормально, нормально. Один готов. Вот мелкий как раз с мортирой хорошо. Стреляют! По-моему, я сейчас по своему как дам. Удачная позиция! Ну попади же ты уже! А, не попал. Он влево ушел. Ага. Стал! Они уязвимы здесь! Надо бить! Все, мортиры три штуки. Ага. А, не хватило. Сейчас развернемся. Ну, понятно, тут маленький кораблик типа для этого и дали. Кому кораблик маленький дали? Ну, чтобы вот эти вражеские, чтобы ты бочками мог подбить, задание сделать. А, я думал, ты про мой кораблик маленький. Не-не-не-не. Хотел возмутиться, какой у меня маленький кораблик. Эй, алло. Да наш, не трогай там корабль. От гад же. От гад же. Как-то вперед вырваться. О. Не дайте потопить Бранда. Это наш шанс. Еще враги, сэр. Он сюда вроде идет, да? Да, смотрит. Нам поможет. А, нет, смотри. Тьфу. Вдали от союзников. Ну, нормально. Не, ну понятно, в общем. Те мелочи дают сразу. Да ничего не понятно. Мне же нужно, чтобы они сзади как-то зашли, чтобы я их потопил. Бочкой-то. Ну, за своим ехать надо, значит. Всех они умирают сразу. Они в любом случае тогда за вами поедут. Вместе с тем надо ехать. Паруса отдать! Понятно, что вместе с ним надо ехать. Как бы просто... Я-то их убью с одного выстрела. Бритта на подходе, смотри! Залп! Смотри,
Уходите вон туда! И в щепки! И в щепки! И в щепки! Проклятие! Ты что, дурной, что ли? Бою готов, сэр! И в щепки! Мочим всех! Блин! Меняем курс! Танцкали! Там все расстреляли! И в щепки! О! Он идет ко дну! Убавляй ответ! Не дайте потопить Бранда! Что нормально такое-то будет? А куда он драпанул-то? А, смотри-ка, я не могу туда. Давай, за нашим. Ой, тут люди валяются всякие. В принципе, мне по нему бесполезно стрелять. Убирай там у тебя. А, все, проплыл всех. Да фиг с ними. Ловим ветер, сколько есть? Я был занят. Ушкик, защищай Бранда, иначе нельзя. Тут много этих псов! Давай. Все. Ай, одного. И даже чуть-чуть задело второго. Ой, слева. Офигеть. Удачная позиция. Чипки. Скажите, Кэп. И чипки. Беда, Кэп. Какая беда? Нормально все? Нормально. Беда. Иу! Куда у вас столько тут? Саранча. Угу. Мелкие все такие мешаются. О, хорошо, сейчас. Чё, а, хорошо, там свой. Вот это наш. Чёрт, ссался. Я думал, троих сразу, а там двое чужих, один наш. Гады. Подлезли. О, во-во, справа. Есть. Защищаю я, хватит мне повторять тут. Погоди, не трать, пока у тебя уже 11. Брандер вот-вот взорвется. Уходим, капитан. А, то есть... Уходим. А, вот сюда надо, вот сюда. Наполни каждый дюйм. Точку. Все паруса закрыты, марсиане. Ого. О, добить надо. Ага. Кого-то. Куда стрелять-то, что-то не пойму. Вот, вот эти два корабля. Ну, так они же уже черти где. Почему у них хп так мало? Слева по борту. Этот бедняга выжил. И вот так. И никак. Чуть-чуть. И нормально. Там у него таранов? Давай. Да. О, Даш. Готов? Да какой нахуй фордаж? Что, хороша водичка? Кто там еще один остался, да? Давайте наглый на скорость. Очень. Не, он нормально, он труп. Второй тоже труп? Да. Ну он как, он конечно живой еще. Там еще один. Нас еще и преследуют. Так кого надо подбить или не надо? Кого надо подбить? Вот который преследует. Ты зачем? Ну ладно. Чё ты лишние проблемы тут придумываешь? А чё они лезут? Там линейные нас идут, если не ошибаюсь. Ну и что? Ну и то. Сейчас жестик отдам, сама будешь от них отбиваться. Вот так заваруха. Ха-ха-ха! Горите, подлецы! И к чёрту помилования! Так радуются, будто добычу взяли. Угу. Ну вот, выбрались, по крайней мере. О как. Или не о как. Или просто время какое-то прошло. Пока непонятно. Прошло. Ну, видимо, да. Кит! С
столько всего было. Да, соболезную. Еще и Тэч сбежал. Но это не беда. Вейн ушел на поиски, вскоре и я за ним. На этом ваш эксперимент с демократией окончен? Да. Мы делаем, что хотим, спешить некуда. Боже правый, Эдвард, ты хоть что-то ценишь в жизни, кроме чертовых денег? Что на тебя нашло? Жизнь, приятель. Жизнь. Смотри, эта крыса и тебя утащит на дно. Эй! Я пережил многих, избравших этот путь. Давайте, давайте. Вправляйте ему мозги на место. Да. Вправляйте мне мозги, давайте. Кстати, а давай-ка ключики воткнем. Стоит там с ножичком, играет. Ну-ка. Тебе надо все собрать, наверное, сначала. Ну, мне еще один, получается, нужен. И мы откроем эту штуку. Угу. Эх. А здесь что? Чего-то все еще не хватает. А, точно. Не-не-не-не-не-не-не, отказаться. Да у меня денег-то нет. Жадина. У меня денег нет. И куда мы вообще? Как? У нас тут карта, оказывается. О. Ого. А у нас же еще где-то на ассасинов, да, есть задание одно. А вот вопрос где? Как бы я не знаю. Ну здесь вот нет. Давай посмотрим. Здесь не ассасины. Похоже, это уже где-то на новой территории, где мы не были. Вообще непонятно, что это. Тут просто убийство. Хотя, может, он так и не покажет, но вроде должен. Или открывать надо обязательно? Я думаю, открывать надо. Раз нет его, значит, просто позже будет. Ну, вообще, я думаю, что мы по сюжету в итоге все равно эту область все откроем. Так что я предлагаю особо не спешить. Давай, наверное, сходим. Сплаваем, точнее, сюда. Там по пути, может, на что наткнемся еще. Посмотрим. Роты отдать! Вперед! Давай, красотка, расправь крылья! Красотка. А, знаешь, что можно сделать, кстати говоря? Надо сплавать вниз. Вот. Давай-ка. Ну, давай. И вот, наверное, это что у нас? Это кто? Акула-бык. Вот отсюда. Чертежи нужны, чтобы улучшать корабль. И тебе еще металл нужен много, и дерева много, чтобы корпус улучшить. Этим я уже буду заниматься, конечно же, за кадром, потому что это надо грабить много. Активно. Руса у нас прикольные. Грязный только. Ну, жизнь такая. Пока что. Ого! Какие-то вы не загруженные. Не врежешься никуда. О, доплыли.
Смотрите, там что-то... Спустить промселя и промселя! Рифы... Надо с бочками разобраться, вот чего. Пиум. А я думала, вообще с акулами как-то можно бороться, оказывается, нет. Странно. 7 сундуков. 7 сундуков. Там угорь был, ты видела? С кустами тоже надо быть осторожнее. То как цапнет. Какой угорь? Ну, вон. Это мурена. Это мурена? Это мурена. У нее яд сильнее, чем у кобры. Ну вот, короче. Все хреново, да? Да. Там две акулы, по-моему, выглядывают. Я спрятался. Главное, чтобы здесь тоже мурена какой-нибудь не было. А, ты хотел бочки глянуть? Да. Смотри-ка, подышать можно. Ну, все-таки понятно. Мы просто тут за кадром обсуждали. А, она одноразовая. Для чего нужны? То есть кверху подниматься? Или подышать? Или даже не одноразовая, может быть, перезаряжается через какое-то время. О-о-о. Как же мне? Пережидать, когда она уходит в сторону, да? Куда ты? А, вот сейчас можно было... Блин. Она очень быстро. Ай! Вау! А, в кусты! Да блин! Как тут... Вот... Ну, кустой на месте! Где-то бочка рядом, ага. Хорошо. Туда. Быстренько, быстренько. Тут она нас не достанет. Тихо. Здравствуйте. Не интересуете. Где ты еще? Ага, где ты еще? Что ли? А! Дверь что ли вот эта открывалась там? Ага. Ого. Понятно. И тут где-то еще бочка есть. Ну, возможно, есть смысл поэкономить. На обратном пути, я думаю, я ее. Где сундук-то? Здешний. Внизу, наверное. Да вниз. Ё-моё, как-то неудобно вот это сделано все-таки. Вот туда, где... Вот. Ты думаешь, стой, с обратной стороны? А что там ли? Дальше некуда, вот где ёжики морские. Но мне же надо через них проплыть. У меня уже воздух кончается. Я же про них сначала и думал тоже. А я тебе про них не спорила? Киты, да? Якают. Ну, где-то да. А вон еще какой-то вход. Там, по-моему, кто-то агрессивный. Это чье такое было? Кальмарчик. Щупалки чьи-то. Чертеж. Супер. О, вниз. Особые мортиры. О, круто. Тут еще где-то сундук. Ювелирности вообще никакой на самом деле. То есть он делает рывок достаточно сильно, постоянно. Да, хорошо. Где-то хорошо. Еще один, но подышать вот где. Не очень понятно. Да. О. Теперь к бочке.
Ай-яй-яй, осторожно. Тут тупик. Ай, ай, ежи дурацкие. А где там налево? Да фиг знает, где налево. Вот она, вот она. А, успеваешь. Главное, чтобы за попу не укусили. Нормально. Фига ты там выдыхаешь. Выдыхаешь, выдыхаешь, бочка сразу на дно падает. Да. Высоко, видимо, где-то фрагмент. Серым горит, видишь? Да-да-да. Сейчас нападут. Вон она. И еще где-то сундук один. Вау! Ты смотри, что там. Ага. Я же говорю, кит где-то. А вон и сундук. Ай, ай, нападает. Я спрятался. Ой, через верх надо было заплывать. Ё-моё. Нам бочку нужна. Ну вот бочка где-то тут. Давай, вверх. Вот она. А, спрятался. Нет, не спрятался. Погоди, на. Запалиться сапнула. Так, вот как раз. И последняя бочка. Ой, аккуратно. Чем нажать-то? Все, я умер. Нет, пока. А ты говоришь, яд. Не знаю, может, я перепутал. Мурена! Мурена! Я правильно сказал, Мурена! Может, какая-то ядовитая Мурена, хотя я не знаю таких. Мирная Мурена. О, вот здесь вот. И, да. Ох, все. Интересно, я смогу всплыть просто на своих двоих? Я думаю, ты не доплывешь до туда, тебя эти затюкают. Давай! А ты только от чего-то можешь отталкиваться, я так понимаю? Ага. Бум. Ау! Даже ни разу не помер. Не, ну я... А меня в прошлый раз разве забили? У тебя по-по-по-по-это... Попинали хорошо. Ну, попинали хорошо, а меня вот... и в этот раз попинали неплохо. За палец цапнули за руку. Ну так, немножко. Ого! Вовремя я вышел. Лови плюшку. Прям в лицо. Опа! Держитесь! О, развернуло. Ага. Круто. Вы кто? Фрегат. Смотрите, что там у тебя? Сэр, там что-то есть в глубине. Что? В глубине? Там уже ничего нет. Что там у тебя нужно по материалам? Для мортир мне нужно много металла, насколько я помню. Теперь у меня есть чертеж для них же. Или какой чертеж-то мы нашли? Для мортир. О. Посмотрим. Где они? Мощность тарана. А, ну вот. Да. Золотые. 650. Мортиры. 650 металла. Это просто. Да. Мне и корпус, чтобы сделать еще нужно. Дерево. Угу. Ну, дерево еще ладно, металла опять. В общем, работать надо работать, не покладая рук.
заниматься грабежами и все такое. Отдать в роты! По ветру!